В Якутске состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие спортсмены 99-го года рождения и младше. Турнир собрал более 40 юных представителей малой ракетки из Якутии, Сахалина, Хабаровска, Магадана, Амурской и Приморской областей. Среди них выступали кандидаты в мастера спорта: Капитон Богданов, Василий Пак, Анастасия Валявкина, Анна Тактовец и перворазрядники. Соревнования прошли по личному и командному первенству. В командном среди юношей победу одержали спортсмены из Сахалина, а среди девушек лучшей оказалась команда Якутии. Победители первенства в марте примут участие в финале России. А также в рамках соревнований прошел всероссийский семинар с участием судьи международной категории из Таганрога Валентина Пономарева. Это не просто соревнование, это официальное соревнование. И для того, чтобы эти соревнования прошли на очень высоком уровне, хозяева Якутск, Республика Саха-Якутия, специально провела судейский семинар перед началом этих соревнований. Поэтому у нас все судьи, как уже обычно здесь в Якутии, очень хорошо подготовлены, как и дети Азии, как и другие соревнования в Якутии, которые меня приглашали проводить. Эти соревнования проходят на обычно очень высоком уровне. Здесь все в порядке, здесь все очень хорошо организовано.